Друзья, всем доброго времени суток. 1 июня, первый день лета, день защиты детей. Такой символичный день. И я в Витязево, 17:00 по Черноморской, иду к морю. Температура воздуха 26 градусов. Друзья, ну с каждым днем все оживленнее и оживленнее. Все больше открывается ларьков, палаток. Столовая «Парус» уже готовится вовсю распахнуть свои паруса. Шашлык от 45 рублей. Но я думаю, это старая информация. Такой цены уже не будет. Вот видите, какие симпатичные манекены стоят. Самый популярный напиток на юге, конечно, это пиво. Тут даже вопросов нет. На каждом углу, через каждые 50 метров пиво, 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 лимонад, пиво, холодные напитки. Класс, мохито, лимонад. Ну вот, друзья, везде требуется горничная, везде требуется горничная. Сдаются комнаты. В этом году, в это лето, напряженка с горничными. Я тоже себе хотел найти, но пока все безуспешно. Если есть какие-то, то хотят за облачные зарплаты. Но сильно никто не хочет платить. Ну вот я подхожу к паралии. И сейчас посмотрим, обещанные буковки названия Витязева паралия будут или нет. А, кстати, вот шашлык спрашивали. Вот шашлык, свинина, шея 150-100 грамм. Филе 130, антрикот, ребрышки по 120. Вот. Наш Пашка. Так что очень аппетитный шашлычок. Так, буквы Витязева нету. Нету, обещали 1 июня, но... На арочке нету этих букв. Рыба всех областей, ясно? Ни больше, ни меньше. О, заработал парк аттракционов. Вот кружится колесо обозрения. Вон камикадзе. Аттракцион «Камикадзе» виден. Хоп-хоп. Да, ну вот, подошли ближе, нету никаких букв. Ни паралии, ни Витязева, ничего нет. Все начинает уже работать, как вы видите. Замок страха работает. Тоннель на океанариум работает. И парк Византии уже распахнул свои двери. С 1 июня он работает. Океанариум Катран. Вот этот лицевую часть, как вы помните, видоизменили. Ну и вот чувствуете оживление уже на паралии. Явно не сравнить с тем, что было неделю назад. Видите, а вы устриц ели? Не ели, идите во фрегат. Ну все уже пооткрывалось. Запахи шашлыков повсюду. Ароматы шашлычные. Пожалуйста, вот вам меню черноморская рыба. Блюдо на мангале. Баранная мякоть 290. Свиная мякоть шейка 190 рублей за 100 грамм. Ребрышки 130. Такие цены на шашлык. Ну вот еще покажу вам шашлычок. Кто хочет, остановит, подробнее почитает. Шея 130 на вынос. Ребро 130, баранина мякоть 290, овощи запеченные 80, картошка 50, грибы 100, барабуля 300. Все за 100 грамм цены.
Кавказский шашлык вот здесь. Экскурсии, джиппинги, браудерсо. Везде аттракционы щедрости. В тире бесплатная игра. В палаточках купи товар, получи подарок. Купи 10 товара, получи один бесплатно. Везде одни щедрости. Вот тут место фотозона. Встреча открылась, кафе. Три-два раз. Так и напрашивается. Рифма Аршавин. Та-та-та. Видит дыхание дракона и эх, пар идет у дракона. Не забываем, что сегодня Лига Чемпионов. 1 июня 22.00. Прямая трансляция Лиги Чемпионов вот здесь будет на экране. Лига Чемпионов, Боруссия Дортмунд, Реал Мадрид. Явный фаворит, конечно, Реал. И практически ни у кого нет сомнений, что Реал выиграет. Но Боруссия Дортмунд может побиться. Но мне слабо в это верится, если честно. Такие девушки попивают винишко. Ростикс еще закрыт. Квас продается, кубанские вина. Чем ближе к морю, тем больше народу. Так, ну по-прежнему обозреваю вам Паралию. Бавария 90, чешская 80, немецкая 90 за пол-литра. Ну, ценники на шашлык, на пиво озвучил. Это самое популярное, что спрашивали. Спрашивайте еще, на что цены интересуют. Ну и буду обозревать, показывать. Вот кукуруза продается. Соточка. Одна штука 100 рублей. Ну и, собственно, выходим на пляж. Хотите здесь еще блюдо на мангале, вам скажу. Овощи на мангале 100 грамм. Не написано овощи, кстати. Шея 90. Курица 77 вся. Голень, грудка, бедро. Люля не написано, нет еще. Стейк из телятины 250-100 грамм. Афрокосы делают. И тайхаку. Лаунж-бар практически готов. Ух, смотрите, какую мощную печь притащили. Что тут будут делать? Вот тайхаку. Классный оригинальный бар. Посмотрите, все из дерева в эко-стиле. Ладья плывет. Ну, прям черноморская тематика. Халло-халло. Народ уже накупался. Надо и мне искупаться. Сапсан Фуд открывается. Если ничего нет, то скажем, много зуб. Самое интересное здесь слушать фразы отдыхающих. Видите, тут вместе с тем еще и идут работы подготовительные. Вот сейчас пара идет, молодая парень с девчонкой. Парень такой с недовольным видом. С недовольным видом говорит, у тебя все всегда по расписанию, говорит. А девушка даже не нашлась, что ответить. Наверное, и правда, у нее все по расписанию. Включая даже что-то объединяющее семью.
Так, я в переодевалочку переодеться. Открыли кальянные, днем они как бар, а вечером ставят подушки, сидушки и кальяны с напиточками. Marry Me Beach Club. И напротив такой же пляж Dolce Vita. Без казусов не обходится, в переодевалке переодеваюсь. Залетает какая-то женщина. Ой-ой-ой. Я говорю, да оставайтесь уже, что уж. Пардон, пардон, я говорю. Ну, как в бриллиантовой руке. Когда Миронов вместо М в ЖО пошел в туалет. Оттуда такая дама колоритная уходит. Пардон, Папанов. Ха-ха-ха-ха. Так, ну и что, посмотрим цены на лежачки. Шезлонг 400 рублей. По абонементу от 5 дней 300 рублей. Лоунж-диван 2000. Вот такие цены на паралии. Прямо на самой паралии. Ну, смотрите, как уже многолюдно. Уже и катерок, уже и морские прогулки. А вот столик стоит, уже предлагают морские прогулочки. Пивасик, пивасик. Пьют все пивасик. Раз пиво, там пиво, там пиво. Такая симпатичная мамаша с двумя детьми. Ну, давайте подойдем к морю, посмотрим. Температура воды 20 градусов уже. Кстати, прочитал информацию. Вода в Москве реке прогрелась на поверхности до 21 градуса. Теплее, пишут, чем на Черноморском побережье моря. Море 20, а вода в Москве реке 21. Так что все в Москву реку. Ну вот видите, небольшой штормик и вот небольшие такие вот водоросли у берега имеют место быть. Уже заполняемость пляжа. Искупался, докладываю обстановку. Водичка хорошая. Ну, видите, уже дети вовсю плескаются. Водичка уже хорошая. 21 градус точно. Пожалуйста. Детей не обманешь, с удовольствием плескаются. Ну, я проплыл. Водичка комфортная, комфортная. 1-2 градуса не помешает еще прогреться, а так уже вполне комфортная водичка. Но хочу сказать, вот с такими вот она водорослями. И далеко заплываешь, все равно вот эти водоросли поменьше, но попадаются. Вот такая обстановка, это у паралии слева от причала. Ну вот что поделать, ну вот природные явления таковы. Кстати, уже катают и на катере, и на банане, и на таблетке, извиняюсь. Объявили, таблетка стоит одно посадочное место 600 рублей. Часовая прогулка на катере в открытое море с остановкой и угощением взрослым от капитана, взрослым домашнее вино, детям сок. Стоит одно посадочное место 1000 рублей. Часовая еще раз прогулка, вот на катере он подъезжает там. А 1000 рублей, дети до 14 лет 500 рублей, дети до 5 лет бесплатно. Ну, насчет домашнего вина, конечно, я глубоко сомневаюсь, что оно домашнее. А все остальное точно будет. И, банан я не услышал. Ну, исходя, что таблетка 600 рублей, я предполагать буду, что банан 500. Но это не точная информация, вся остальная информация точная. Ну что, друзья, на этом свой репортаж с паралии, с пляжа паралии буду заканчивать. Как вы видите, курортный сезон начался в полный рост. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидите еще много и услышите много-много интересного.